1 марта 2021 года США вводит, вернее, начинает процесс ввода санкций против России, связанных с Навальным. Как вы считаете, как пойдет этот процесс? В ускоренном темпе или будет затягивать? И хотели бы вы ввода санкций против России в связи с Навальным и его делом, так сказать, кейсом Навального? Напишите в комментариях, что вы думаете о том, что США вмешивается в дела России, и поддерживаете ли вы действия США против России, связанных с санкциями, вводимыми против действий, которые Россия делает против Навального. Напишите в комментариях.